Теперь на въезде в Хостинский район жителей и гостей города будет встречать стела. Высота конструкции 9 метров. С одной стороны сооружение, название района на двух языках – русском и английском. С другой – изображение башни Ахун как главного символа Хосты. Дизайн стелы разработан и согласован главным архитектором и художником города. Хостинский район и дальше ведет программу благоустройства. На сегодняшний день установлено по инициативе главы города и при поддержке администрации города. Вот стела, въездная стела Хостинского района, очередная достопримечательность нашего района. В ночное время дополнительно она подсвечивается. Стелу установили в конце Светлановского моста. Именно здесь граничат Хостинский и Центральный районы.